Во время перевозки сыпучие грузы должны сверху закрываться брезентом. Ну, вот образец того, как предприятие выполняет данное требование закона. Водитель везет щебень, правда мелкий. Во-первых, насыпано выше уровня борта, во-вторых, ничего нигде не закрыто. Сейчас он наедет на какую-нибудь неровность, все это вниз полетит. А это называется дорожно-транспортное происшествие, если сзади идущая машина от этого пострадает. Обратите внимание еще на чистоту номера этой машины. Номер грязный. То есть получается, сзади едущая машина, она даже если пострадает, даже если есть видеорегистратор, попробуй разбери, что за машина перед тобой едет. Почему-то в нашей стране никому дела до этого нет. Как дергать водителя за всякую хреновину на дороге и разводить его на штрафы. ГИБДД у нас это прям вот любит делать. Ну, это может передергивать немножко, но тем не менее, все понимают, о чем я говорю. А вот как бороться действительно с нарушителями и с опасными автомобилями. Почему-то контролирующие органы и в помине не видно. Почему так, непонятно. Водителям единственное, что здесь можно порекомендовать, это держать дистанцию до впереди идущей машины. Чтобы если даже что-то посыпалось с этого самосвала, это либо до вас бы не долетело, либо вы успели бы среагировать. А иначе вам просто не повезет. В лучшем случае вам повредят лакокрасочное покрытие, в худшем пробьют лобовое стекло, если щебень будет не такой мелкий, как вот здесь, а покрупнее. Или вообще будет везти не щебень, а кирпичи. Сколько уже таких смертельных случаев. Поэтому будьте внимательны на дорогах. А с вами был Даниил Беляев. Пока.